Прием-прием, друзья, на связи Шедимен, Леди Леска и Новиковик. Привет, друзья! Добро пожаловать в суперубойные прятки в Майнкрафте, а, наверное, правильнее будет сказать «Найди и попади челлендж». Короче, сегодня мы будем играть в прятки раунды по 4 минуты. Но тот, кто сегодня будет искать, он надевать должен на себя вот такой крутой костюм, а также он получает миниган. А те, кто сегодня прячутся, надевают на себя плащи-невидимки. Прятки будут проходить только на территории дома, и мы готовы начинать. Но перед началом, прямо сейчас на твоем экране появилось два сундука. Пиши в комментариях цифру 1, либо же 2, а через пару секунд, и либо же пару минут ты узнаешь, что тебе выпало из твоего сундука. Ну и мы готовы начинать. Друзья, ну что, давайте определимся, кто сегодня будет водой. Кому выпадает красная шерсть, тот получается вода у нас. Фух, это будет очень жестко на самом деле. Давай, Нубик, ты первый. Так, давай, Нубик, нажимай. Я буду последним сегодня. Давай. Чё там? Да ты чё? Вот эта тяга, Нубик, попалась. Так, Леска, тут, короче, даже ждать не надо, потому что прятаться нет смысла. Мы надеваем плащи-невидимки, и у нас вообще ничего нет просто. Твой костюм тоже надену сейчас, получается. Давай, давай, давай. И возьму миниган, и можно начинать. Хорошо. Так, все, Леска, мы с тобой находимся в доме, получается. Нубик, а ты начинаешь нас искать. Можно начинать? Да, 3, 2, 1, начали! Задача Нубика нас просто, ребят, ликвидировать сегодня. По жести, реально. Просто жестко нужно нас ликвидировать сегодня. Вот это звук идет, вот это мочит раз. Я тоже, ребят, слышу. Какой Леска, Что? Картины? Нубик по картинам стреляет. Картины там даже очень жестко какой-то. Тут картинки прикольные, но басшейки. А, ну смотри, смотри, Нубик. Мы за одно время немного потянем тут. Шеди, а мы не можем на улицу, да, выходить? Я что-то... Не-не, на улицу нельзя, только в доме. Ты что, нас тогда Нубик никогда не найдет? Мы же и так с тобой невидимки, считай. Хорошо. Это самые опасные прятки вообще, которые когда-либо были. Ой. Шеди, слушай, ну... знаешь, мне вначале казалось то, что это невозможно, типа, вернее, это будет очень легко, а сейчас кажется то, что это невозможно вообще, прикинь. Поймать нельзя? Ну да, мне кажется, ну, это очень тяжело искать, быть искателем. Да, это очень тяжело. Нубик, страшно как, где ты там? Правда, скажу честно, Нубик возле меня как бы проходил. Короче, он недалеко от меня был. Не, знаешь, короче, кого Нубик напоминает? Кого? Человек с каким-то огнетушителем. Человек с пылесосом какой-то бегает. Так, я вот так встану, и вот тут вот, короче. Капец, это опасно, это очень жестко выглядит на самом деле. Ё-моё! Чё ты уворачиваешься там? Я вижу, как эти пули летают там. Капец, звук ты чего идёт мощный. Ё-моё, я не могу вас нигде найти. Нубик, это нелегко, это правда, это задача не из лёгких, это... Возможно, сегодня вообще никто никого не найдет, ребят, но это не точно. Вот айода, вот айода. Воу-воу-воу. Скажу так, Нубик, ты в меня попал только что. Ого. Да, ребят. Только что? Да, ты в меня только что попал. Так, он может уже Шеди-то убежал куда-нибудь совсем в другое место. Так, прошло 2 минуты, и предлагаю делать так. Если 2 минуты проходит, никого не находят. А те, кто прячутся, они фиксируются на одном этаже дома и дают подсказки. Я в данный момент нахожусь на первом этаже. Я тоже и с первого этажа не уйду никуда уже. Вот так. Хорошо. Так, а мы можем бегать только по первому, но бегать можем. Да, мы с тобой теперь бегаем только по первому этажу. Ё-моё. Нубик вообще тут носится просто реально с пылесосом каким-то. Это жесть, это вообще жестоко. Я думал, что это настолько свирепо будет выглядеть. Смотри, сейчас я Нубас буду делать. Я на первом этаже. Еще раз говорю, я на первом этаже. Хорошо, я уже понял. Нубик, ты его сегодня... Да блин, перезарядка! Что такое? Перезарядка? Нубик, а ты что в пол-то стреляешь? Что-то мне одно видео напомнило. Я что-то не понял, что Нубик делал, там что-то в пол прям стреляет постоянно. Потому что... Потому что что? Нубик. Потому что на полу вы стоите. На полу стоим? Так наша фигурка-то большая ведь. Так, меня сейчас подпалили чуть-чуть, и я убежала оттуда, Нубик. Да ты чё? Да. Ну, я, короче, там, где красные диваны на первом этаже. Нубик. Нубик? Нубик смешно выглядит. Вон он бегает. Так. Он кого-то почуял, что ли, или что происходит? Да. О! Это кто такой хитрый там? Нифига себе. Борзый.
Это я была. Йоу. Нубесик? Нубес, а ты где? Нубик, пока безрезультатно. Ё-моё, ты меня чуть не завалил только что, Нубик. Это было очень жестко на самом деле. У меня 3 сердечка осталось. Нубик. Стоп, время вышло. Нубик, здорово. А вот и мы. Смотри, что делает. Слушай, Леска, знаешь, что заметил? Эти плащи какую-то регенерацию дикую дают. Слушай, вот, ну это получается тогда... Сложновато как-то завалить, на самом деле. У меня зеленая тоже. А кто будет водой? Зеленый. Так, я хочу быть попробовать сейчас водой, потому что мне... Крас. Ну, о, нет, лесу не водой будет. Я хотел водой быть. Ладно, да, Леска, нормально. Я надеваю на себя плащ. Все, давай, я побежал. Я надеваю плащ. Давайте, я так. Надеваю костюм. А, мне страшно. Да, регенерация, конечно, такая очень хорошая, на самом деле, дается, так что даже не знаю. Но на самом деле в один момент меня Нубик вот прям капельку почти завалил. Вот прям это было очень близко. Прям капец как близко. Пошло. Все, Леска, пошло твое время. Что не сказал это? Я ой, извините, таймер давай, не успел я на первом. Да все, пошло подошел. Время, давай, иди. Пошло. Ой, ё-моё. Леска, с какой-то там тягой просто идет. Ты попала в меня, кстати, уже. Йоу. Ты прикинь? Да, на меня попала уже. Капец жестко. Капец. Ты чё, как ты это делаешь? А как? Ты меня попала, реально. Чеди, ты умер? Где ты? Нет, я живой, но она меня попала 2 раза уже. Где ты? Капец. Леска, он как будто бы скажет тебе, где. Нет, честное слово, Леска, ты меня попала, короче. А хорошо, я сейчас буду добивать тебя. Чеди, а тебе сколько раз попадал? 2. Вот, либо 3, по-моему. О, Леска, я тебе сколько раз попадала? В меня? Да, я в тебя сколько раз. Уйди, нет. Чеди, только не говори то, что ты умер. Нет, я живой пока, но Леска прям нормально так попадает, короче. А чё всё подлетает-то, картины отлетели. Да потому что ты в них стреляешь. Так, какой-то звук был, как будто у меня... У меня тоже постоянно картины отлетали, я его ставила. Прилибасим Леску. Так, сюда кто-то зашел. Кто куда зашел? Понятно. Вот я понял, как надо играть, короче. Надо постоянно что-то открывать, закрывать там. А это весело, кстати. Леска мне тоже открывала люки. Или это кто-то другой открывал? Я на самом деле, если чуть так того, кто ищет, не троллить, то он никогда не найдет, как по мне. Ну, потому что это как бы такая наводочка получается. Ай! Ё-моё. Да. Ага, смотри, что делает, где-то кроется он, а? В смысле, кто кроется? Шедечка, может быть, даже... Я не могу понять, то ли это регенерация такая сильная, но это прям реально жесть! Нет, я понял, можно завалить. Почти меня Леска завалила, только что это было очень близко. Я на первом этаже даю подсказку. Я на втором этаже. Так. Так. Нубик решил отсиживаться. Вау. Аккуратненько, аккуратненько. А получается, если ты уже дал подсказку, то ты там будешь теперь навсегда? Да, я... Ну, ты можешь на первый этаж спуститься, если ты не хочешь там на втором этаже стоять. Понятно, окей. Либо я буду говорить то, что я вот сейчас поднялся на второй этаж. Я на втором этаже сейчас. А, да? Да. Окей. Так. Леска тут бегает из комнаты в комнату, просто сжимает со всей силы. Так, давай! Я солны! Так, меня кто-то вообще задевал. Это так странно выглядит все. Да. Представляешь, такой дом испугался, схватила, как начал на первый этаж. И, кстати, ты меня один раз попала. Я тоже тогда на первый этаж пошел. Все, Леска, на втором этаже никого нет. Ты меня попала. Так, окей. Ты меня попала один раз, я помню. Нубик, мы слышим тебя. Мы приняли то, что тебя попали. Вы никакой ответ не сказали. А, просто из-за этого. Но это правда сложно, серьезно. Че, Шеди, тебя завалило? Меня настолько близко постоянно Леска прям, я не знаю, пару сердечек остается. Шеди, это ты? Нет. Здесь. А, я на кухне. А, ты тоже что ли? Это мы тут стоим, мы с Нубиком встретились друг с другом, невидимки. Капец, Леска зажимает просто. Ай! Леска. Что делают, друзья? Они мне еще что-то там задевать умудрились. Конечно. Чем-то.
Стоп, время вышло. Время вышло. Слушайте, это очень хардовые прятки. Я не думал, то, что будет так. Ну, в общем, Леска, я здесь стою, короче. Вот. А я, кстати, лег здесь. Ты меня, короче, я предлагаю не ложиться, потому что если мы будем еще ложиться, то это будет вообще невозможно найти. Потому что, как вы видите, два раунда и безрезультатно вообще. Это слишком хардово. Короче, возвращаемся. Вы можете надевать плащ-невидимка. Я пока что надену на себя костюм. Потому что я вода сейчас, да. Так. Опа. Так, это я взял. Так, беру миниган. А что если вода будет тоже невидимым, прикиньте? Можно спросить? Короче, 3, 2, 1, начали, мои 4 минуты пошли, так, погнали. Я боюсь уже, все заходят и сразу начинают стрелять. А как иначе? Ну да, ну, это страшно вообще. Как это можно вычислить вообще? Я без понятия. Погодите-ка. Я попал, я завалил нубик, у меня получилось. Да. Нубик. Офигеть, нет, ребят, видите, это возможно. А почему как? Я услышал, как попадает в тебя пульки, нубик. А это можно услышать? Конечно, это слышно сразу. Ебой. Леска, все, я иду за тобой, я профессионал, походу, в этом деле. А вот здесь можно прятаться? Вот здесь? Ну это же дом, да? Так. Ужас. Ужас. Леска, я знаю. Чё, нубик, не видишь Леску пока еще? Не. Вы ненормальный. Леска, мне кажется, где-то хитро спряталась. Я вообще бегаю без остановки. А, да? Я просто в этом месте вам в лицо обоим прям пробежала, пересеклась. Леска, чё ржёшь? Капец, Нубик злой. Нубик, я? Я хихикаю. Леска! Капец, вы там кружите, дом-то не сломаете совсем. Не, слушай, Леска реально где-то бегает, вообще невозможно ее найти. Она, наверное... О, вот Леска! Где? Это ты был. Аккуратней. Вы друг друга-то не завалите? Мы пытаемся. Не, слушайте, это вообще... О, ты меня сейчас поджарил там чуть-чуть. Нубик, это больно, это я. Ой. Жесть, вас двое ведь еще, а? Я больше не могу различать по звуку ничего, потому что Нубик тоже стреляет, и я не слышу ничего. Нубик, ты знаешь, как от двоих убегать? Это вообще... Это вообще жестко. Так, ну что, зону сужаем или нет? Как хотите, я не знаю. Давай, Леска, на каком-то этаже. Я на первом этаже. Опа, все, Нубик, разделяемся. Где? Она возле меня втыкнулась. Она на кухне. Она на кухне, либо здесь, я тоже ее только что прямо это почувствовал. Давай стреляй! Кошмар, ребят, что происходит? Видите, что происходит со мной? Стреляй, там я на кухне. На кухне? Что вы делаете? Стреляй, говорю, там я на кухне стреляю. Я, окей, иду. Ё-моё, я прям почувствовал, что Леска она здесь была, я прям ей даже много хп снял, мне кажется. Слушай, они очень быстро остановились, ты меня в один момент просто зажал, я к стене прилипла. Они восстанавливаются очень быстро, да. Ой. Эх, жалко. Что ж такое-то, это невозможно просто, это... Как я Нубика вообще нашел? Мне на самом деле повезло очень сильно. Ты меня завалил. Есть! Нубик, я нашел! Офигеть! Да вы серьезно, я получается двоих? Ё-моё, это тяга. Это тяга, ребята. Это вот это профессионализм. Так, ну что? Давайте, кто хочет... Либо кто-то сейчас хочет искать, либо кто хочет прятаться, либо мы тянем жребий тогда, кто будет искать. Я прятаться хочу. Прятаться? Да. Ты резко что хочешь? Фиг знает, но могу искать так-то тоже. Ну давай жребий тянем тогда, кто ну будет, кому что выпадет, еще раз. Так, давай. Нажимай. Давай так, раз. Так, если мне сейчас красное снова выпадет. Ну ладно, я, в принципе, и не против, потому что. О, нет, ладно, все, красное не выпадет. Так, я костюмчик. Ой, не туда. Я костюмчик с собой это оставлю. Так, плащ надеваю. Все, давай, пока. Давай. Бабуни. Так, я беру оружие. Так. А можно взять? Бабуни. Да, давайте. 3, 2, 1. Начали, все, раунд. Ай, начался. Леска с лета у меня попадает прям жестко. Леска.
Васька проснулась сегодня утром! Сам не бегает, но уверен. И не заметила, что я пропал. Так, прозваниваю верхний пол. Вот это уверенно, уверенно сейчас было. Шеди, про... Так, уверенная шеди. Ситуация, уверенная так, ситуация. Так, кажется, я подпалила кому-то попку, штанишки. Леска, у меня нет попки. Стыдобище. Главное только не попадать особо под обстрел, Леска, потому что иначе от тебя ничего не останется. Да. Леска, слышь. Какое место хитрое я нашел, это вообще жесть. Да, ой, вообще. Какое место я нашел! Что ты там нашел-то? В каком месте? В подвале, что ли? Очень хитрое место. Я знаю, про что ты место ты имеешь в виду. Смотри, что делают мне, а? Смотрите-ка. И убегают, главное, тыкнут мне. Конечно, конечно. Смотри, Шеди, ты здесь? Нет, я на первом этаже бегаю. А, окей. Окей. Да, Соня, ты где? Застрелуни. Это что такое? Капец, вот это вообще нормальная тема была на самом деле. Это вот ты знаешь, мне сейчас что-то напомнило. Испугалась, что ли? Ненормальный, блин, как... Нет, просто смешно стало. Фигня какая. Это подсказка была, короче, жесткая. Смешно как-то получилось-то. Так. Смешно, что случилось? Он взял и появился на секундочку, и тут же опять одел. Ну, снял жилет свой. Ты чё делаешь за фиг? Ты же а чё, прикольно, кстати, мне кажется. Подсказка нормальная такая, это троллейбас. Лескобас. Фантом такой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, это опасный игра. Я, короче, на секунду плащ снимаю и надеваю назад его. В смысле, кто? Ну он, кто, Шеди? Леска, это я тебя била все это время. Ну ты вообще нубик, просто прошаренный. Нубик, видишь меня? Я вижу тебя, Шеди! Ой, нубик, доигрался! Все, а вот нет, нифига. Леска, скажи то, что считалось, потому что как бы нубик хотел тебя затроллить, но она успела, Леска. Он... Нубик, зависла. Она успела. Она успела. Это ты на свой страх и риск снял плащ. У меня Леска, нет? Сам ты завис, нубик. Сейчас меня завалит, мне кажется, вместо тебя. Все, меня нубик за это да? завалил, короче. Ура! Все, да. Ну что, а я прям перед ним плащ снял, и нубик меня завалил тогда, когда видишь? Мне было на 200% видно. Так что не мудрено, ну, вот, видишь, то, что нубик успел что, это сделать. Так что, и у Шеди сработало, что да, если резко да, попадаешь. Да, Леска! Короче, все, давайте последний раунд. Я сейчас иду искать, потому что я хочу искать. Так, вот, подожди, так что давайте, всем удачи. Так. Леска, идем. Подожди, я уберу. Леска, я найду тебя, всех найду. Ой. Я уже стреляю туда. Ой, нет, всё. Итак, готово. 3, 2, 1. Начали. Все, 4 минуты. Фух, друзья, ну что же, погнали? Да, погнали. На свою леску риск. На свой шейди риск. На свой нуба риск. Так. Ну, Боуни сегодня пошел в Роуни. Кто это у нас тут был? Только Боуни. Йоу! Ты меня завалил? Я завалил? Поймал? Да. Серьезно? Да. Офигеть, нубик, я поймал леску уже. Я боюсь. Я профессионал реально в этих прятках. Я, короче, что-то затупила. Шеди, вот тебе вообще это прятки подходят? Все виды пряток тебе подходят? Ну, не знаю, не знаю. Не знаю. Не знаю я. Так, прозваниваем. Мне кажется, нубик... Я не знаю. Что-то на втором этаже не особо кто любит прятаться, да? Да. Да. Я вообще прячусь всегда на первом этаже. И сейчас тоже на первом этаже. О, хорошо, мы идем. Давай. Да. Тактика, так. Галактика. Выживание начинается. Где же ты, ну, Боуни? А почему вы на втором этаже, я же на первом? Откуда ты? Я не на втором этаже. А кто на втором, нубик? Наверное, не знаю. Наверное, нубик на втором этаже, да? Почему нет? А, ну да, конечно, на втором, да-да. Идите на второй. Да, что-то сейчас... Нубик, да. Что? Чё плащ-то не снимаешь свой? В смысле? А чё? Боится уже всё.
Есть, я нашел его! Ну, бац! Нубик был вот в этой комнате фиолетовый. Не фиолетовый ключ, а фиолетово-желтый, вот в этой, не знаю, какой именно цвет, но вот здесь сидел. Ты не снимал плащ вообще-то, я тебя так завалил. Да что? Ай, Нубик. Нубик, на, смотри. Что? Да, вот так вот тебя, Нубик. Ну что, я предлагаю на этом заканчивать. Вот такие сегодня были убойные прятки, короче. Жарко. Фух, это было жестко, на самом деле. Это было жестко, это было интересно и необычно, короче. Вот, тут надо слушать очень внимательно, тогда можно найти всех, как это я сделал сегодня, потому что я крутой. Друзья, ну что же, ладно. Да, мы действительно на этом заканчиваем. В общем, на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. И всем пока-пока. Пока-пока. Друзья. Друзья. Всем пока-пока.